150 миллиардов гривен планирует выделить правительство на ремонт и строительство новых дорог. Финансирование рассчитано на 3 года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Говорил он и о сотрудничестве с МВФ. Полностью выполнить условия программы с фондом планируют до 2019-го. Требования остаются прежними. Пенсионная, земельная реформы, приватизация и борьба с коррупцией. После их выполнения можно обсуждать новый транш, заявил министр. Но сумму очередного кредита не назвал. Только уточнил, что это больше миллиарда долларов. Эти условия должны быть выполнены для того, чтобы получить следующий транш. Наступний транш, ну, розмір, в принципі, визначається під час розгляду. Це може бути влітку, це може бути на початку, восени, на початку, десь вересні, наприклад. Также Данилюк сообщил, что с 1 июля запускается пилотный проект по тестированию нового механизма финансирования клиник. Деньги будут выделять не на учреждение в общем, а за каждую конкретную услугу. В пилоте участвуют 4 клиники Академии медицинских наук. В госбюджете для этого предусмотрели 200 миллионов гривен. В Минфине ожидают, что по новой схеме удастся профинансировать свыше 3000 услуг до конца этого года.